dvhub.ru. Зрение. Был осуществлен подбор и закупка экспонатов для интерактивных зон. Трогать разрешается. Закупка подставок под тактильные экспонаты, изготовление этикетажа, монтаж интерактивных зон, размещение в экспозиции. Так, кроме той программы, о которой я вам уже рассказала, для детей дошкольного возраста мы решили дополнить мастер-классом по созданию тактильной книги о музее. На каждом занятии ребенок совместно со взрослым создавал один лист тактильной книги. Вот такая книга. Значит, у нас было 5 основных занятий. Это по археологии, да, здесь они собирали кувшин из, значит, фрагментов. Такая бумага фактурная. Значит, на втором занятии они, по нанайской этнографии, они делали нанайскую куколку такую. По русской этнографии они собирали печку, чтобы было интересно. И последнее занятие, это по истории города, мы решили изобразить здесь колок, на котором приехали первые комсомольцы. Тоже здесь и гладкая фактура воды, и добавлены некоторые элементы. Использовались лук и стрелы из фондов нашего музея. И были еще для занятий еще закупленный лук и стрелы. То есть дети все эти предметы брали в руки, использовали, играли. Конструктор. И здесь уже дети, они сами фантазировали, какой дом они хотят построить. То есть специально были закуплены вот такие лампы, которые хорошо освещали стол. И, конечно же, для того, чтобы было ребятам интереснее, использовали световой лабиринт, музыкальное сопровождение, вернее, музыка была, фоновое изображение. Так, сейчас я включу, послушайте. Дети, они полностью ощущают себя, как жили люди в 30-е, 40-е годы. Можно? Вы, пожалуйста. dvhub.ru